Сейчас мы продолжаем родословную Ишуа Мессии. Я, как вы помните, завершил прошлую проповедь на парне, который родился у Иуды. Кто помнит, как его зовут? Берусит Ферец. На русском форес, на оригинальном иврите перец. Лама перец. Лама, почему перец? Ки у парац. Потому что он прорвался. Парацма. Он что прорвал? Так шиву. гудель елет. Растет мальчик. Мисавив, кулям юдим а все вокруг знают, <coughs> как он появился на свет. Он идет в школу. И все над ним смеются. Потому что не очень понятно, кто папа. И у, знают, конечно, и папу, и маму. Иуда и Тамар. Иуда и Фамар, Тамар. мамаш мивульган. Но все, вся история его рождения была в Балагане. זה, и все знают это, и все смеются над ним. גדל, но он растет. בפנים, боя и у него внутри он растет психологическими проблемами. Боя и, скорее всего, и с духовными проблемами тоже. היום, ובלגנים, не только в семьях сегодня есть ссоры и балаган. Тогда тоже. אבל באיזשהו קטע הוא מתחזק הוא מתחזק בקריאה אני призвании. שייך לאברהם אברהם. אברהם קיבל מאלוהים שצאצאים שלו צריכים לשנות מהות של העולם הזה ו... и в таким образом этот мальчик растет и прорывается через все стеснение обвинение и стыд который окружал его сейчас мы продолжаем вторую часть Но до этого я хотел еще дать вам небольшую картину лама бен Давид, Почему в первом стихе Матфея открывает свою Евангелие с родословной Иешуа, сына Давидова, сына Авраамова? Кто был первый, Авраам или Давид? Азлама Кан Бен Давид в Бен Авраам. А почему он поставил это в неправильной последовательности? Почему он сказал сначала сын Давид, а потом сын Авраам? Есть же боме мессер В этих словах есть большой смысл. А в алкодем они родцела тетлехем дугмах сатми макомахер. И Матия холали в тоах во икра Левит двадцать глава. Ну я хочу дать вам пример из другого места Писания, из Левита 23 главы. Это глава, которую мы все знаем, говорят про праздники Господни, праздники Израиля. Кто помнит эту главу? Сколько есть праздников? Есть семь праздников. Есть. Семь праздников Господних. Но очень интересно, что Левит 23 глава начинается. Вот мои праздники. А коль И все начинается с шабата. Вы шаббат зелю и хад не один из семи праздников. Есть есть шива Есть семь праздников. А валь шаббат килу ми аля коль. Но шабат превыше всех. Вы коль хаг ешло У каждого праздника есть свое значение. Ми зухер Кто помнит все названия праздников? Ну, решен, так иду. Первый. Песах. Песах. Мама Песах. Песах. Какое значение Песаха? И циями Мицраем, нахон. Выход о, из Египта. О, хага Или о Какое значение? Они ели пресный, э, неквастной не, квасной хлеб. Аз, леколь хаг, ешь Маут мишило, У каждого есть праздника, есть свое значение. Но в каждом празднике есть шаббат. Потому что через Бог. каждый праздник ты приходишь в присутствие Бога и в этом празднике ты также отдыхаешь от всякой работы. Давайте вернемся к Матфею. Есть -то принцип. Там есть тот же принцип. Матай килу мадбилотану בהיסטוריה של מלך דוד וההיסטוריה של מלך דוד אנחנו עוד מעט נקרא עליו ונלמד קצת יותר אבל כמו שאמרתי לפני שבועיים Но, сказала, назад, אין רואה קהילה בעולם שרוצה בן אדם כמו מלך דוד יהיה Хавер Ни один äh, лидер общины не захочет, чтобы äh, членом его общины был такой человек, как царь Давид. Он был äh, очень большим балагонистом. Также... Я не буду опять повторять то, что он сделал. Но просто понимайте, что это жизнь шел Киев бильтимузбар. Но просто поймите, что это жизнь, наполненная uh, необъяснимой болью. Вегама храют. И ответственность. Вегама не филот. И падениями. Ве иманахну ховим кеев байот ве не филот тааминули, ше зерак хелек катанчик мемаше хава, если мы переживаем падение, боль, потери, то это маленькая часть того, что было в жизни царя Давида. Но вдруг Бог поднимает его. Он восстанавливает и меняет его. И он дает ему вечное обетование. <меха в межий> От тебя произойдет Машиах. <зух> И я помню эти стихи, когда царь Давид в псалмах говорит: Ты не только дал благо моей жизни, но ты также проговорил доброе в будущее мое. И, царь, и это, это обещание для нас. И когда мы учим, Изучаем родословную Ишуа Мессии, Каждое предложение здесь подтверждает, что вот даже павшие настолько низко, Бог их может поднять на высоты. זה לא רק משהו אבסטרקטי שישוע מלפני אלפיים שנה מת עבורנו ותודה לאל קאם לתחייה назад, нас, и воскрес, и זה בדיוק только... כמו שמלמדים על פסח אם אתה אישית לא הרגשת פסח אז חגיגה שלך היא חי... חלשה Это как мы говорим про Песах. Если ты всей своей жизнью не прочувствовал Песах выход из Египта, то твое празднование очень слабенькое. То же самое, если ты в качестве верующего не пережил э, своей жизнью, Воскресения и любовь Машеха, то твоя вера достаточно слабенькая. Мы продолжаем читать. Пасу карба. Четвертый стих. матай пасу карба. Рам холид эт аминадав, аминадав эт Арам родил на Менадава, Аминадав родил на Асона, родил на Асона родил Салмона. אולי זה פסוק יחיד בכל היחסים של ישוע שהוא פחות או יותר נורמלי. (אומר בערבית: ומאז נדע דינספין הסטיך ופסי ישוע כתורי נורמלי). שכולם כאן הולידו ואין בעיה, אין בלאגן עם איזושהי אישה. Uh, äh, אבל אולי, אולי שני מילים אני רוצה להגיד על נחשון. Но два, два слова я хочу сказать про Насона. А Кто был Нахшон Наасон? Кто-то помнит? Нахшон был один из глав э, колена Иудина. Мы видим в Торе его имя несколько раз. Аваль Мидраш. Потер история мед манена. Но Мидраш открывает очень интересную историю. А тем зохрим ам Израиль яцами Мидраем у байзешу шлав эмамду леяд ямсуф. Помните, народ Израиля вышел из Египта и они дошли до берега Красного моря. В паро а я родев. И Фараон с колесницами гнался за ними. מאוד, מאוד цель Армия фараона была в то время очень сильной. Леоних, гдолим מאוד, ломдим, анаким, и скорее всего многие из э, исполины когда мы изучаем и говорим про великорослых людей, а в людях они были часть его армии. И народ израильский был в страхе. Сказал, ле ле и uh, Бог сказал Моисею: прикажи морю раздвинуться, и вы пройдете по суше. Я не знаю, насколько правдивый этот медраш. А они но мне нравится, поэтому я, мне хочется верить, что так оно и было. А за Моше, Мидраш умер, ушит это, это... Посох. Матешело. В умер ям, титпаред. Моше простер свой посох и сказал, приказал Морю раздвинуться. И ничего не произошло. Во рассказал, и опять ничего не произошло. В целям истерия. А народ начал биться в истерике. А тем, я холим лавин это и не я, нахнул рак шаману халомшел Влад, во нахнул истерия. Вы понимаете их чувства Мы только сон Влада услышали, и то у некоторых уже панические атаки а А вальшамем роим их Анан. Но там они видели это облако, как э, туча приближается армия фараона. И Мидраш говорит о том, что Нахшон прыгнул в море и начал идти. И когда он дошел до ب... подбородка, Вера ото это ям в пахат в барах мепанав. Написано что в одном из псалмов, что море увидела его и убоялась. А сканзе гам сипуршел Давид нефила в алия. И здесь тоже история Давида о его падении и подъеме. Истерия. паника, истерика. А валнахшон метоха паника азот, метоха истерия азот, метоха пахат азе. Но Нахшон в этой истерике, панике, страхе Микабел ОЗ, получает силу и идет вперед. Есть здесь люди, которые из паники и страха и, и падений и, не, и, и недостатка ободрения עמדу, все еще стояли и все-таки продвинулись вперед. И они преуспели. Вы знаете, о ком я говорю. Это принцип. Это и есть принцип. В Зе Гамбесура. И это также благая весть. Давайте мы продолжим читать. Салмон, холид от Боаз, миракав; Боаз, холид от Овид, мирут; В Овид, холид от Ишай. Салмон родил во Оза от Рахавы, во Оза родила Вида от Руфе, Овид родила Исиа. А посок азе, зе благан шлем. Этот стих уже начинается здесь, Балаган. Я объясню вам почему. Во-первых, Салмон родил Ваоза от Рахав. Кто такая была Рахав? Кто-то помнит? Это Зона

он был парень который был у всех на виду хатан Ахитов баам исраэль самый завидный жених uh, среди народа израильского в улёпух и он не побоялся ли зона uh, взять тебе в жены блудницу окей okay, зона Шелавар. авар бывшая блудница а валяда но все еще прошлое есть кому вам шанахну курымдзе это твой кодды ты <священные писания> когда мы читаем священное писание, может быть мы э, розовые краски добавляем, и там все кажется красиво. Но если мы читаем Евангелие, когда все узнали, что Мириам э, забеременела,

Салмон это э, герой, потому что он берет себе в жены женщину, у которой не хорошая история. И он не последний в своем колене. Он первый в нем. Ищ Самхут. Иш хахам человек мудрый человек с властью. Иш рухани духовный человек. Вы поакета. И здесь есть э, момент. Рухани земиш лозохеровар или мишим из такелека дима. Духовный Это не тот, кто помнит прошлое, а тот, кто смотрит вперед. А за ней росела лану или кулану лахшов. Лем из таклим бавар, мистаклим кадима, ему салмон. Хочу, чтобы все задумались что духовный человек это не тот, кто помнит прошлое, а тот, как Салмон идет вперед. А Салмон ме Рахав Салмон родил Боаз. От, родил Ваоза от Рахавы. Мизухер сипур шел Боаз. Кто помнит рассказ Боаза? А тем зухрим Боаза я ища шир. Боаз был богатый человек. Ве умрим, ше гамуа я мирошей и говорят, что он тоже был один из лидеров колена иудина. Очень значимый человек. И скорее всего он посмотрел на жизнь своего отца и матери. И сказал мне все равно, что про меня говорят

Яхол лаври это До того нужно, чтобы прошло 10 поколений, чтобы генетическая цепочка вылечилась и чтобы не было дурного влияния на будущие поколения. Аз лиц хатен ли им Можно израильтянину вступить в брак с другим человеком. Кому ван ему озевета элилим шелаем в Конечно, если этот человек оставляет идолов или не веру в Бога Израиля и обращается к тому, чтобы только верить и служить Богу Израиля. Но мы помним этот рассказ. Как Рут приходит к Боазу и происходит такая эротическая картина.

Ешла ему наха за камеон. У нее есть очень сильная вера. Ша из чела и старев лишь шаршер это Авраам Яков. Что ее ребенок присоединиться к этой цепочке Авраама, Ицхака и Якова. я не устану говорить про то призвание, которое Бог дал Аврааму. 22, 22, лакеда, в Бытие, в 22 главе, это часть э, э, рассказа про жертвоприношение Ицхака. Бог поклялся Аврааму. И и он сказал, с собой я клянусь, что ты -ли рабим, будешь отцом многих народов. И через тебя спасение, исцеление и восстановление придет всему миру. Это связано не только с Авраамом Ицхаком и Яковым, но с каждым, кто кровью или верой в Иешуа Машеха связан с Авраамом. Это то, что Шауль говорит Галатам. вы вы стали сыновьями Авраама. И ли ото крия? Вы присоединились к этому призванию. Леха шув эйфу аитем. Не где вы были. Леха в мади бру алейхем анашим. что говорили про вас люди. Леха шув эцель эйзер офе. Атем аитем ба Uh, Неважно, какой врач вами занимался до этого. Возможно, у вас есть душевные проблемы. Но если вы откроетесь перед Богом шелахем, и откроете Ему свою то Дух Иешуа Мессии восстановит тебя. ואנחנו... <laughs> Потом мы видим, что поколение меняется. И от Боза и Руфи рождается Овид. И Овид родил Давида родил Давида царя. Балаган. И здесь опять наступает Балаган. Балаган. Какой балаган. Они квар сипарти это сипура Я уже рассказывал этот рассказ. Мизухер. Кто помнит? Рак шлуша нашим? Арба. Четыре человека. Они помнят? хозер бакцара. Тогда я быстро э, расскажу. Мидраш умер. Мидраш. Мидраш. Не священные писания, а мидраш. Мидраш умер каха. Говорит так. Ишай и Тхатен. И, и Шай и

Это один из таких мужчин, это Лев. И каким-то, в какой-то момент. Ишай. Иисей. Амар они лорауй леют он сказал, что я просто недостоин быть мужем моей жены, которая родила мне семь детей. Потому что во мне есть ДНК Моавитян. И он äh, разводится со своей праведной женой. Опять-таки, mm -hmm. это Мидраш, это рассказ. Он развелся со своей женой. Так что мидраш и этот мидраш объясняет многие вещи в святых писаниях, я вам потом покажу.

Жена, с которой он уже развелся, зашла к нему в спальню и переспала с ним. И она стала беременная. И она родила Давида, восьмого сына. А затем магия Шмуэль когда пришел пророк Самуил, аз Ишай Беним, он позвал и тот сказал, позови всех своих сыновей, он позвал только семь, а Давида не позвал. <говорит> Потому что он думал, что он родился от неправедной связи.

И как он не то чтобы не знал кто это, а он спросил, откуда он вообще появился. И вопрос его был такой, как Бог дал этому незаконнорожденному победить Голиафа? אותו דבר אומר מלך דוד על עצמו אחרי. איתו ששמה הצער דוד גברית פרסיביה פוסלין. בחטאתיי הולידה אותי אימי. וגריחך רדילה מניה מתמיה. זוכרים את הפסוק הזה? פה מי צידא את הצטיח. בכנסייה מפרשים את הפסוק בצורה אחרת. והצרק וסברשין פדרוגו את הצטיח. כאילו כל ילד נולד עם חטא Они говорят о том, что каждый рождается с первородным грехом. Это, Мелев Давид это ерунда. Тут царь Давид говорит только про себя самого. Потому что он в своей жизни нес весь этот балаган и эту сложную историю. Лавор – это и у него не было той силы, которая была у Переца. и у него тоже, тоже была сила, так же, как у Переца, для того, чтобы прорваться через всю непростую историю своей жизни. בתוך פחד לקום ולהתחיל ללכת למה? מתי אומר לנו את זה פעם אחרי פעם? Потому что он хочет ободрить каждого идти таким же образом. Возможно, про тебя думают, что ты слабенький в вере. Или говорят, что ты слишком простой человек. Или говорят, что ты родился в сложной сложной истории. А тем юдим, что леда михадаш, леда истории. Но вы знаете, что рождение свыше, духовное рождение, это изменение всякой истории. А тем юдим, что б ягадут ортодокси. И вы знаете, что в ортодоксальном иудаизме. Засурла сотка ха аваль ифшар. Не, это нельзя это делать, но делаю такое. Им охот если брат и сестра? Гоим, хозрим بечува... э, э, Два нееврея, брат и сестра э, проходят гиюр или нет? Кен. Хозрим оврим гиюр. принимают еврейскую веру, проходят а... гиюр. Что вся их прежняя история э, стирается? До того, что им можно жениться. Это нельзя делать. Аваль. Но. Хошвим алеем. Что они родились заново, что вся их история э, стерлась. И то же самое для верующих. Имата.

Открывать свое сердце перед Господом. Тогда Он наполнит тебя величием. И ты будешь инструментом. Как Нахшон. Как Перец. Как Давид? Как Салмон? И как Салмон? Как Ишай? Иисей? Хвале Аллаху. Шум психолог, вешум психиатр, ло но тен эта в автохазот. Ни один психолог и ни один психиатр не может дать Такое обещание, и такую надежду. Арехет, шум гипноза, я рейну. Никакая система и никакой гипноз не может так повлиять а на нас. Но Дух Воскресения из мертвых я может это сделать. Если ламших, а они махлит ла адсор, о, э, Тут есть о чем говорить, но на этом в моменте я завершу сегодня. Нам и продолжим на следующей неделе. Я хочу помолиться, и потом мы будем участвовать в вечере Господу. Отец наш небесный. Ты видишь наши раны.

Абе, Отец, я молюсь за исцеление нашей внутренности. Повторите за мной молитву. Абе. Абе, Отец. Башем Mashiach, имя Они потех либи. Я открываю перед тобой свое сердце и прошу, שלי, чтобы ты שלי, исцелил мою душу и мою внутренность. Помоги мне справиться со своими ранами и слабостью. Дай мне исцеление. Руханית, духовное исцеление. Во имя Иешуа Мессии. Пошли Твой Дух Святой и исцели меня. Amen. Amen.